памяти павших. 78 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. В память о тех, кто отдал свою жизнь, загорелись тысячи огней по всей России. У стен Музея Победы зажгли ровно 1418 свечей. Именно столько дней шла борьба с гитлеровской Германией. Акция «Свеча памяти» стартовала в Москве. У памятника воинам внутренних войск выступил директор Росгвардии. Сегодня в наших рядах 549 фронтовиков, каждый из которых вносит ощутимый вклад в духовно-нравственное воспитание молодого поколения. Жители Иркутска присоединились к мемориальной акции. Почтить память павших воинов горожане пришли к вечному огню. На площади Славы на Сахалине красные гвоздики и зажженные лампады. Это знак уважения к подвигу миллионов советских воинов.